Мурка, Кокс, Багира, Кима, Барсик, Пушок, Степан, Персик – участники кошачьего кастинга. Сегодня они готовы показать себя во всей красе. Вместе со своими хозяевами они участвуют в настоящем шоу. Первый конкурс для ребятишек. Они представляют своих питомцев, как зовут, откуда родом. Рассказывают, как ухаживают за кошками, какие предметы им помогают в этом. Ответы самые разные. От обычных блюдец до невероятных зубных щеток и шампуней. Ребята знают о своих питомцах все. Багира в нашем доме появилась давным-давно. У нее скоро будут котята. А кто больше за кошечкой ухаживает? Больше за кошечкой в семье ухаживает я и мама. Она спит в отдельной кроватке. В цирковом искусстве кошкам нет равных. Настоящие акробатические трюки показывают участники в погоне за свежей рыбкой. Выставка кошек проводится у нас ежегодно, уже несколько лет подряд. Как обычно, она проходит в Международный день кошек. Как вы уже успели заметить, на выставку представлены кошки непородистые. К ребятишкам они попали разными путями. Кому-то подарили, кто-то нашел, каким-то еще другими путями. Но дети заботятся о них, любят их. Я люблю своего Степана, я ухаживаю за ним, кормлю. Кот Степан подтверждает слова своего хозяина. На протяжении всего интервью он довольно выражает свое мнение. Максим с гордостью рассказывает, что Степан кот неприхотливый и ест даже картошку. Они вместе играют и шалят, спят на одном диване. Кот обладатель экзотического имени Кокс на наши вопросы отвечать не стал. Он просто сорвал съемку и бросился на утек. 40 минут – урок, длился кастинг. Ребята и их питомца повеселились от души. Елена Годяцкая, Вадим Воронцов. Специально для программы «Этот день».